Viņš man gājuši no lielā lietuļu zemi, gaišā karaļa ir uz trīs reps. Karaļa Vidauga siela. В библиотеке Парвенты проходит мероприятие, посвященное латвийским праздникам. В день Лачпласиса любой желающий мог послушать ораторию Якоба Янчевскиса «No Letu Zemes» в исполнении Венспилсского камерного хора «Венспилс» и камерного оркестра. Мы начали с лекции для молодежи, посвященной столетию Латвии. Историк Венспилсского музея Артур Стукишс прочитал очень интересную лекцию для школьников. Еще у нас проходит мероприятие для детей. Мы рассказываем воспитанникам детских садов, первоклассникам о том, как создавалась Латвия. Мы ориентируемся на молодежь. Сегодня мы приняли коллективы Юрас Варты, камерный оркестр и хор под управлением дирижера Айгерса Мэри. Это его идея в праздник выйти из театрального дома и посетить другие акустические залы, например, Парвенскую библиотеку. Послушать ораторию Якоба Янчевскиса пришли многие. Эта работа посвящена единству балтийских народов сейчас и в будущем. Возможно, концерты камерной музыки посещают меньше людей. А концерты для детей или при участии великолепных музыкантов, например, недавно прошли концерты Рейниса Зариньша, Андрея Сокина, посещают очень много людей. В декабре во время Адвента состоится хороший концерт классической музыки Рихарда Плешанова. Также слушатели порадуют воспитанники Венспилсской музыкальной школы. Мероприятие в библиотеке Парвенты посещают как венспилсчане, так и гости нашего города. Солвида Демонте, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение.